эксцентриссимо. Пожертвовать собой ради любви. Как это красиво. Вот и американец Брайан Рэй решил отказаться от себя во имя возлюбленной. 90 пластических операций и не осталось парня. И 80 тысяч долларов. Все пошло на то, чтобы превратиться в Бритни Спирс. 14 лет молодой человек сходил с ума по певице. Ходил на концерты, подкарауливал девушку возле магазинов и ресторанов. Однажды даже смог перекинуться с ней парой слов и уговорить на селфи. И тут совсем разум потерял Брайан Рэй. Захотел видеть Бритни каждый день и решил превратиться в нее, раз благосклонности дамы сердца хватило только на селфи. А в клиниках тому и рады. Ринопластику, пожалуйста. Губы увеличить хотите? Сделаем. Филлеры в скулы? $500 и вперед. Но на этом страдания влюбленного парня не закончились. Ему постоянно приходится бороться со своей природой и делать лазерную эпиляцию, подкалывать губы и наводить блондинистость. Правда, надо сказать, что Бритни переживать не стоит из-за того, что неподалеку есть ее двойник. Коррекции ботоксов мало, чтобы превратить молодого человека в известную певицу. Но что делать, если денег больше нет? Довольствоваться любовью – это бесплатно. Эксцентриссимо.